53,5 килограмм. Но прежде очень трогательное событие. Мы хотим отметить величайшее свершение в мире профессионального спорта. Пол Мюнек, шеф отдела развлечений и спорта Mohegan Sun. В умах многих людей, человек, которого мы чествуем сегодня, величайший рефери современности. 60 лет на ринге в качестве рефери. Он судил величайшие бои 20-го столетия. Али Нортон, Али Фрезер, Фрезер Форман в 1971 году. 12 лет был боксером-любителем, прежде чем перешел в профессионалы. И теперь, леди и джентльмены, еще одна важная веха в карьере Артура Мерканти. Он начинает седьмую декаду, седьмой десяток лет в качестве рефери. Понять это нужно так. 60 лет как рефери, и сегодняшний бой — это начало седьмого десятилетия в этом качестве. Мы хотим вам напомнить один бой, который считается величайшим боем 20-го столетия. Форман Фрезер. И хотим подарить вам картину, напоминающую об этом величайшем событии, где изображен Артур Мерканти. Один из самых выдающихся рефери прошлого и этого столетия Артур Мерканти.